Не надо думать про деньги. Думайте про себя. Вот у вас есть энергия жизненная, у нас у всех ее надо куда-то девать. Второе, у нас есть голова, ум. Этот ум должен вас вести к тому, чтобы вы, минимизируя собственные вложения, увеличивали прибыль. Ваши деньги – это ваша энергия и ваш ум. Вот две составляющие, которые вас капитализируют, которые превращают вашу работу в ценность. Зачем плохо делать работу? Или зачем в нее не вовлекаться? Все равно потратите, а получите шиш. Ну, там, с маслом. Шиш с маслом. Не хлеб с маслом, а шиш. Так себе история.